Мы предлагаем раскрыть свою душу навстречу любимому городу и сказать ему несколько теплых слов. Это можно сделать в нашей рубрике, посвященной 75-летию Химок. Ну, желаю, чтобы город процветал, чтобы люди были счастливы, улыбались друг другу, чтобы был мир, согласие и счастье. И еще хочу, конечно, чтобы канал у нас был чистым, пляж был чистым, хороший, чтобы можно было жителям где отдыхать. Я хочу пожелать моему дорогому, любимому и поискренне любимому городу, несмотря на то, что я не коренной житель Химок, успехов. Хочу держать на планке вот этот вот вес, который сейчас Химки имеет в Московской области и по всей стране.